Всем привет! После длительного отсутствия все-таки наконец у меня выдался случай, чтобы записать ролик. Наконец-то долго ждал этого момента. Просто было куча дел. Так, возьму все это говнище. Эй, не закрываться. Вот. Ай! Так, главное это все не просрать. Шкаф для брони, шкаф для оружия. Катану тоже возьмем. Проблемы у меня были следующего характера. Просто, понимаете, сессия, Новый год, дни рождения и прочее. Короче, жесть полнейшая. Так, куда мне надо-то? Шкаф, чё в шкафу? Так, все забыл. Ага, нам сюда. Надо зайти в оружейную зону, одеть штаны, так сказать. Че я без брони-то бегать буду? Без брони нам бегать уже никак не нельзя, потому что... Ух, ё. У нас уже все есть. Ядрёный батон, возвращаемся. Поставил, значит, я два мода. Первый это оружейный мод, просто гигантский оружейный мод. Просто такого гигантского оружейного мода я не видел давненько. Так, шкаф для оружия, отлично. Бритва Акама, магнум, ужасный дробовик, пистолет. Да нам почти ничего не понадобится. Так, винтовка резервиста, китайский пистолет, сколочная граната, охотничье ружье. Пистолет Glock 18S, скушитель, плазменный пистолет, поврежденные катаны и превосходные катаны. Интересно. Так, инсценилятор, штурмовая винтовка. Блин, откуда столько веса вообще? Броня Клаудиена, тогда понятно. Более-менее, но все равно еще не то. Кулачный бой в иллюстрациях, это надо использовать. Стелс бой. Ими вообще не пользуюсь. Бокситки еще гора. Надо как можно, чтобы в инвентаре было как можно меньше всякой херни, потому что место нам теперь понадобится. Вы, господа, мальчики, девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться. Я Тридок Найт, ваш мастер церемоний. Все, короче, валим отсюда. Да, еще раз нужно сказать, убежище просто фантастическое. Всем бы такие убежища. Так, 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 выбираемся наружу, идем и ищем, во-первых, каких-нибудь уродов с новыми пушками. Пушек очень много, очень-очень-очень-очень много. Спасибо ребятам, которые сделали этот мод, это просто, это фантастически. Так, активируйте укрытие плоские, открывайся. Ух, темнота как у афроамериканцев задница. Так, надо куда-нибудь сходить. Куда бы нам сходить-то, ё-моё. Ладно. Пойдем к Мегатоне. Начнем выполнять квесты по моду. Мод называется «Мир боли», все его, скорее всего, знают. Hey. «World of Pain» называется. Здорово, чуваки. Так, снаряжение, оружие, автомат.
винтовка, мечта снайпера, скучная граната, пистолет. Глушитель. Повреждённые катаны. Превосходные катаны. Зачем так много катан? Кстати, я первый раз, когда смотрел, думал, что их она одна. Воу, вот это я блатной. Аккуратнее. Аккуратнее. Все спят, наверное, я слишком громко махаю ей. Блин, найти бы еще этот форт, блин, гребаный. Не, все ништяк, спасибо, чувак. Заряд бодрости закончился. Да, камни. Почему я там пролез, а здесь не могу, а? Значит, пролез. Эх, что-то подладить немножко. Даже не знаю, из-за чего, из-за модов, что ли. Холодильник. Текстовые яблоки, перченые яйца. Я какая-то из пола торчит. Что такое? Ну, в жопу, подождем, короче, светлое время суток. Угу. Пойдем-ка мы сюда. Идти далеко, блин, вообще охренеть. Коллектор Спрингвейла. Я здесь вообще бух когда-нибудь? Что-то вообще не помню. Что-то из-за большого количества модов тупить, что ли, начало? Или это Фрапс опять? Без Фрапса все же замечательно. Всегда все замечательно без Фрапса. Даже на очень крутых компах Фрапс вытворяет такое, что просто, ну... Что-то страшное вообще тут творится. Мне какая-то... Сетка, клетка, человек. Что за херня-то? Ну-ка. Угу. Кровать, хренотень какая-то везде. Это тоже кровать? Это странная кровать уж больно-таки. Редко. Удобно там. Мне кажется, это помещение из мода. Потому что здесь я не был, ну, ни разу. И это однозначно. Судя по звукам, болотники. Так. Ага. Ну, почти. Все равно как в задницу у негра. Двое. Так, посмотрим, на что наша винтовочка способна. Thank you.
по-моему, мощно, причем даже очень. Ну, темно просто фантастически. Он же отлетел, бедный, несчастный. Так, это еще что у нас? Какая-то хренотень вообще не... Да, это, короче, все-таки мод уже работает у нас. Как раз и есть World of Pain. Потому что иначе такого количества гулей набиться было бы неоткуда. Рейдер. Вот, кстати, и новое оружие. Винчестер М1894. Ну-ка, кстати, сейчас я кое-что сделаю, сохранюсь-ка и попробую скачать одну... Так. Вот я по-быстрому скачал одну штуку. Да, перевод, конечно, пупенный. Винтовка Винчестер. Ну ладно, посмотрим, что за Винчестер. Так, у нас для него 14 патронов и 9 в этом. Ну-ка посмотрим, как у нас смотрится. Слушайте, да им, в принципе, вообще ништяк смотрится. Прям Винчестер как Винчестер. Шкаф пустой. Тут у нас еще, как всегда, ничего. Охотничье ружье, патронки. Нихуя нету. Блин, такие расклады, хоть мод скачивай на мощный фонарь. Ну-ка. Звук, кстати, мне тоже понравился. Да, вещь убойная. Ничего не скажешь. Стреляй, что надо. Ну, гули дофига. Это еще если учесть, что винтовка у нас в жутко расшатанном состоянии. Родной, у тебя же башки нет уже, а ты все дерешься со мной. Чувствуется мне, что это еще не все. Что гули-то еще здесь остались. Интересная винтовочка тоже. Это у нее глушитель так выполнен? Да, тут ни хрена, конечно, не видно так. Ай, темно-то как. Чегось? А, это я, наверное, по кругу пробежал. Ладно, хер с ними. Зайдем в ту комнату. Может, там что интересное есть, я тут... Ага. Какая-то фигня. Лазерный пистолет. Запертый стол, очень просто. Да возьму все, что там. Хм, прикольная штука. Чувак, который застрелился. А, его и зарезали, и застрелили, видать. Починка электроники, антир-1.
пачка сигарет. Мастер-ключи от крыла техобслуживания. Вот это да. Возьму пестик, пистолетик, пуколку нашу и пойдем воевать. Так, идем прямо пока что. Тут вроде никого нет. Это еще что? Вообще непонятно, что это. Дальше идем. Все завалено. Шкаф, шкафу, микроядерная батарейка и боевой нож. Эх, да не фонтан. Ты чё, тут вообще пусто. Чё, по-любому сваливаешь, что ли? Зачем тогда этот мастер-ключ нужен был? Что за дела-то? Блин, какой, какая запаренная локация. Хрен просы, чё, куда, зачем, почему? Звук страны. Прикольно. Чем только эту хрень чинить потом? Чё? Откуда я вышел-то? Хитрёнкова, брат. Тут где-то осматик, видать, бродит, надо ему помочь. Слышь, да иди ты, родной. Ничего так, пистолет, кстати. Ёбаный в рот. Нет, все в пизду отсюда. Ухожу. Ну их где вы все? Такое ощущение, что все бегут ко мне, но... Так, они нашли меня! Они идут за мной. Ну с этими вроде придурками покончено. Остался. Свалил-то как быстро. Лестница пошла вверх, так что можно надеяться на освобождение скорейшее.
Так, сколько всякой хрени. Что это у нас? Скочные гранаты. Ремингтон. Сколько всяких патронов новых. И только что этот русификатор поставил. Чувак вообще что ли ничего не переводил? Хотя, в принципе, перевод, может быть, там про перевод патронов и ничего не было сказано, про вот это вот. Так, дверь. Радиация. Завалы. Кстати, дверь прикольно вышибана. Как будто прям реально кто-то пытался залезть. Воу, чуть ноги не сломал. Оп, так-то. Где я нахожусь, блин? Кажется, это уже все было. Тос покрышка была. Может быть сюда? Пожарный гидрант какой-то. Так. Что-то уже знакомый хотя бы пошло. Относительно. Дохлый гуль, значит, я здесь точно был. Так, дохлый гуль в большом количестве. Значит, не туда. И не сюда. Тогда куда? Блин, что за гребаная локация вообще? Столичный пустошь. Ебать, квасить. Это ж куда нам? Катаны-то, надеюсь, на меня никто не накинется. Так, а нам надо сюда. Так. Ага, отлично. Все-таки благодаря карте я смог приблизительно найти выход. Ура, ура. Но на этом там наши скитания не окончены. Ладно, разобрались мы хотя бы с этой хренью. Туда я больше не полезу. Чтобы посмотреть новое оружие в действии, попрусь-ка я на площадь, наверное. Ну, в общем, с этим убежищем вообще очень стрёмно получилось. Из-за постоянные разрывы, это из-за того, что мне все звонит и звонит. Так, ладно, надо протестировать мои пуколки. Повазим-ка мы по площади. Там вечно дохрена супермутантов. Они там дерутся, срутся и прочее. Так, Снайперская винтовка. Снайперская винтовка — это обычное охотничье ружье, только с прицелом снайперским, причем хорошо сделанным, и с глушителем. И разброс у нее очень скромный, насколько я понимаю. Дай бог, здесь никого не осталось. Блин, ну они же должны спавниться. Где мутанты? Ну
убит уже лет 500 назад, мне кажется. Ну-ка, переться не станем сразу к Капитолию. Ну, Капитолий-то ж кто-то должен же быть. Ёр, точно есть. Блин, надо валить отсюда. На свою голову, блин. Чё, винтокрыл еще где-то. Ядрен пылесос. Сложность повысилась, давай колотить. Стоп, ну-ка. Костюмы. Как ни странно, броня у меня еще все еще почти что цела. Гнида как-то умудряется от меня отбиваться. Блин, стимуляторов теперь тут нужно еще больше. Отброс вообще зверский так. Ну, отброс, кстати, играет вообще не в мою сторону никак. Блин, чё у него там? Ё! Какой-то новый вообще не автомат. Блин, мне в затылке дырка. Чё у него тут? Супер мьютант мастер. Пулемет Хаклер Ков 23. Ну-ка посмотрим, что это такое. Нихуёво он так устроился. Вообще нихуёво. Извиняюсь за выражение, ребятки. Чё-то играть стало намного сложнее. Нихуёво. Тут я их нашпиговал. Я думаю, что меня так ложат-то быстро, ё-моё. Тут эти скоты вообще охренели. Куда бы еще сходить с яйцами помериться? Ну как новый теперь. Гранатомет. Им что-то там лав. Противотанковый гранатомет причем. Блять, и как же его отремонтировать-то? Я его хотя бы потрогать чуть-чуть. Ну-ка, карта мира, Капитолий, Стюарт Сквер, Северо-Запад. Тут тоже должно быть месиво вот то еще. Блин, ну патроны-то сколько теперь уходить будет? Че, вообще что ли тишина? Да, понятно дело, какая тут тишина. Воу. Снаряжение, оружие, противотанка, гранатомет, лав. Гранатомет обычно можно починить. Это уже хорошо, помощь. Бокситка.
Чё? Это ещё чё такое? Может, он так и должен выглядеть? Там ракета должна быть. Похоже, да, реально там должна быть ракета, поэтому так всё печально. Так, чё у тебя родимый тут? Тован компани мерк. Ё-моё, патронов-то! Да, неплохо живёт, чувак. Ну-ка, починим-ка половину хотя бы. Да, играть стало сразу видно, интересней. Сразу в разы причем так. Ух ты, какая пуколка. Понятно, почему он меня так пилил. РПД, что за РПД? Да у меня слов нет, ребят. Что-то вообще прям из рук вон выходящее. Это калаш какой-то, переросток вообще, какая-то штуковина непонятная, блин. Ладно, надо ценить это еще все. Надо пойти. Где у нас все время стычки-то? К Бьему дому можно сходить. Там, в принципе, супермутанты бывают. Крит Сити можно сходить, там они спаунятся, насколько я помню. Ёбаный в рот, это не сюда. Да, наверное, все-таки к чистителю сгоняем. Новое оружие реально прям вносит много нового и интересного. И вы сами видели, что в зимней боевой броне меня просто начали на куски разделывать. Причем конкретно так. Чё за толпы? Приятно вновь повидаться с тобой. Тут вроде все в порядке. Хранитель Ревит-Сити. Да, пулеметик наш вообще внушает доверие. Вот, значит, и сам вот эта мини-крепость. Как супермутантов, не знаю, что там взрывается. Вы что, стали, придурки? Ух, ё! Пока тут он замешкался на дно штурм идти. Да, пулемет. Или
лишает супермутанта любых шансов. Вещь. Отвечай, вещь. То, что надо просто. Фонтан. Так, куда бы еще можно сходить-то? Ё-моё. Так, здесь место встреч было какое-то. 5 сосей, Академия Рузвельта, не то. Кстати, туда еще надо будет зайти. Бывший район особняков, кинотеатр. Блин, и где это место-то? Может, тут кто-нибудь соспалнился уже за все это время? Нет, сразу видно, что нет никого. Лагерь на горе Мэйбу. Вроде бы там тоже кто-то появлялся. Там какой-то, блин... Да, появлялись. Такое братство. Шини, оружие, пулемет. Посмотрим, как он смотрится со стороны. Со стороны пулемет смотрится очень живенько. Два причем. Ядрен коловрат. Мочил был жестким, неоправданным, но, блин, почему у изгоев ни хрена и ничего нет нового? Бомжи гребаные. Что-то очень жесткий пистолет, вообще капец жесткий пистолет. Ну ладно, ребят, всем спасибо за внимание. Как появится время, постараюсь записать еще. Надолго вот теперь пропадать, я думаю, не буду. Сессия почти закрыта. С наступающим вас Новым годом, если еще, конечно, не успею еще записать чего-нибудь. Спасибо, что вы с нами. Пока.